за время вот перестройки, всех этих вот потрясений, у нас очень много сократилось, допустим, всяких ПТУ. Очень многие специалисты, бросая свои работу по профессии, занимались челночеством, потому что она просто приносила больше денег. А у нас создан культ перепродажи, да, каких-то легких денег. У нас уже из Бангладеш завозят рабочих, потому что ближе их просто не осталось. Мы ориентируемся на сиюминутный рынок, а специалисты, они готовятся годами, десятилетиями. Вот замдиректора по кадрам получает зарплату 800 тысяч рублей. А рабочий получает 4000. Это что за распределение такое? Вот этих менеджеров с высшим образованием уже столько понаплодилось. А рынку труда нужны люди с рабочими специальностями или люди инженерных специальностей, потому что экономика у нас все равно растет. Престижность человека труда сегодня фактически на нуле. Здесь проблему не закрыть гастарбайтерами, поскольку речь идет о квалифицированных кадрах, которых надо готовить для работы на современных производствах. Среднее техническое образование, конечно, хромает. Надо об этом позаботиться, это возможно сделать, наши люди быстро учатся. Вот эта смычка между требованиями рынка труда и качеством подготовки специалистов во многом может способствовать решению этой проблемы.